Сука, хватит гавкать, блядь, у меня под окном. Пса своего убери нахуй отсюда. Надеюсь, меня услышали. Заебал, под окном собаку привели, она гавкает как падла. Все, я взял. Войд без купола до 22 левела. Сосать так, будем сейчас. Брат. Убедительная просьба, ребят, сильно мне ебало сегодня не бить, дайте подышать. Надеюсь, команда не сильно будет набить, что я купол не качаю. Блять, какая же мне пизда в этой игре. У меня вопрос, а что будет, если я до 22 левела вообще не доживу, нас снесут? Что делать тогда? У меня дабл мид просто еще, чтобы вы понимали. У меня дабл мид и войд без купола. Куда я попал, блять? Всем приятного просмотра, приятного аппетита и хорошего настроения. Погнали, первая игра, у нас сразу же больной челлендж, который вы сейчас увидите. 4. Не дабл мид. Вроде бы все порешали, пацаны, и ВР-ка одна стоит. Блин, а я могу забыть, короче, я 100% забуду и вкачаю купол. Я надеюсь, типа, если его просто вкачаю и не буду юзать, то это засчитается. Блин, а я сидел в куче этих фанатов гамбитов, но я поставил бабки на альянсов. И, короче, я сидел, кричал. Когда альянсы убивали, я громко кричал, типа, давай, давай, и этого. И на меня все так косились, короче. Все болели за гамбитов, а я топил за альянсов. Сука. Так, 6-й левел. 6-й левел, баш не качаем. 6-й левел, баш нельзя качать. Ой, баш, ульт. 6-й левел, ульт не качать. Ульт не качаем на 6-м левеле. Вот. Бартан, у тебя 10% мисов на 1-м уровне. Держу курс, если ты забыл. Читайте патчноуты всегда, пацаны. Потому что Рикимару порезали. У него на 1-м левеле тучки 10% мисов. И поэтому с ним можно драться. Я в курсе. Ну тогда ты дебил. Прости. Ну короче, сделаем БФ, потому что нам надо быстрее апнуть 25-й левел, 22-й левел, чтобы купол уже скачать. Надеюсь, у меня команда сильно сейчас гнобить не будет, то что я без купола. Потому что если чуваки не со стрима, то они меня могут не понять. Подумают, что больной ублюдок на войде. Так, на меня моргают, что у меня хрона нет, он заметил. Что ты моргаешь, братишка? Что это, за меня играет стрейт? Ёбнутый вообще, блядь. Я не понял. Что это за хуйня сейчас? О, я реально играю за стрейт! Сейчас маму разбудишь. Здарова, выбор. Эй, а что ты молчишь? Давай пообщаемся. Я вот иногда смотрю твои стримы, ты же общаешься там со всякими долбоёбами. Со мной почему не пообщаешься? Я не заслужил? Пообщайся со мной, пожалуйста. Да хутопо, блядь! Руну спиздил, вы видели? Да идите нахуй! Почему у меня на топе 4 человека? Можете объяснить мне? Заебись, раскачка. Четко. Центр стоит. Так, там, что, по-моему, нет. А, дефолт, вижу на нет. Вот этого есть что? Сейчас будет чеков. Хорош. Вот. Тупо без купола ебут. Руна, руна, руна. Бля, еще 10 левелов. Я хуею. Ой, друг, ну ты забавный. Что-то изи, что-то изи. Бивать баши сработали, как надо. Че это? Новая HMMR стратегия? Без купола игра. Че, Гриш? Говорю, че, теперь без купола модно играть? Ну, как бы, да, игра. Чисто фарм билд. Ля, вообще БКБ в этой игре надо против лужи Вайпера. Потому что если я купол не поставлю на Вайпера, то у меня баш не будет работать. Но с другой стороны, я не хочу сейчас делать БКБ, БКБ меня никак не разгонит по фарму. Я бы сначала сделал бы что-то на фарм. Может быть, манту какую-нибудь. Не, молнии нельзя, ребят. БФ плюс молнии — это хуйня. Ну, типа, это очень жадно. То есть, либо БФ, либо молнии делается. Ладно. Соло. А че вайпер тут? Давайте еще его поймаем. Неплохой трэп. Несите. Дабл килл! Ну нахуй нам купол. Пожалуйста. Рики хасту забрал. Ах ты сука. Зарезав меня, крыс. Ну ничего, сейчас я купол скачаю и тебе баллы разобью. Боба. Так. Ах ты крыса. Нихуя себе связочка. Ах ты крыса. Сюда иди теперь. Я хоть и без купола, но ебасос сломаю нахуй. Манта не жмется. Сосать. Блять, нахуй ты это делаешь? Соло. -5. Ты,
Прилагаю ему это, нащёлкай, поебальник. Давай ему нащёлкаем. Ой. Хорош. Все, и отошли, нормально. Отщёлк. Гранат медиа в стильность. Дима, Денис, Дима, все, 23-й, могу купить. Хотел на эпицентр прийти. О, да, ну что, но не смог. Передай привет Максу Малье. Можно попробовать, Паша? Не, ну так неинтересно. Люди слишком адекватные с тобой. Спасибо огромное за 5000 и за челлендж. Должно ж повезти. Хоть раз. Я вон в доту 5 дней не играл, понимаешь? Я удачи, походу, набрался. Накопил удачу, и мне в первой игре кинул адекватных тиммейтов, которые не начали... Плевать с игры. Ты игрок на VR-ке, чё собирать? Ну. Все, я иду го заканчивать. Да, го заканчивать. Все, я с кем-то его сыграл. Хорош, давайте. Вы выходите, выходите, выходите за арену. Сейчас я объясню. О, ой, ой, сейчас. Давай, новый год тут идет. Ана. Well. Не, в лужу не пойду. Чтобы КБ сделать, чтобы меня Вайпер не хейтил, да? И закончим игру с этим БКБ. Просто команда адекватная, никто не стал ныть, что типа воет без купола, я фид, я АПК и так далее. Открываю пивко, наливаю стакан. И короче, давай. Сейчас мне всё, будет пивко. Можем и баш. У, сука! Вайпер, гуля. Убежала курица. Го по низу с крипами. Я тут это, насадил. Ему только похуй. Я тоже эту гадюку ебучую сейчас. Куда он? Куда он идет вообще? Объясни мне. Куда он? Не дадим. Это кто такой? Да просто его вот. Он что это себе позволяет? Трипак. Это вот. Пацаны, давайте, ебу. Тупо бревном поебал. Сейчас я ему объясню. А как насчет Челинджа? Вообще без талант. Спасибо за игру, парни. Изи войс без купола. Короче, ребят, смотрите. Тут есть такая тема. Вышел патч 7.22D, в котором... порезали Бэтрайдера, потому что Бэтрайдерс очень часто пикался на просцене. Базовый армор подняли на один Бладсикеру и сделали, чтобы дураки с аганимом две раптуры сразу не давали. Сделали после первой раптуры кулдаун 0.25 секунды. Баунти Хантер базовый реген подняли на 0.75 и Шурикатос теперь кулдаун на 1 секунду меньше. То есть в БХ все подготавливают, чтобы на нем люди аганимы брали. Потому что у него 375 урона с ТОСа, потом талант на 125 урона с ТОСа, итого 500 урона и 8 секунд КД, и 2 ТОСа под аганимом в одного героя. То есть его готовят. Кентавр, дабл эдж дэмэдж уменьшили на первых левелах. Стампид теперь по мане стоит дороже. Чен, хил уменьшили. Пассивку, что-то не пассивку, это телепорт, увеличили кулдаун. Клинкс подняли силу, подняли... подожди. Силу подняли, а ловкость уменьшили. Скелет, армия скелетов, это ультец его, теперь спаунятся быстрее. Дарксир, базовая скорость передвижения уменьшена на 5, базовая сила уменьшена на 1. Дарк Виллоу, кулдаун уменьшен, это хрень какая, кусты, наверное, лабиринты, да, уменьшена на 5 секунд. КДшка Дазл, талант 15 левела со 125 кастрейнджа сделали плюс 200. И талант 15 левела повысили на 50%. То есть было 20 хила дэмэджа, стало плюс 30. Неплохо. Дизраптор на 25 подняли атак рейндж. Дровка, ульта, бонус. Кстати, вот по дровке очень интересно. Объясню почему. Дровку неплохо апнули. То есть, во-первых, ей апнули ульт.
ну, как бы не сильно, но на 12-18 левеле уже будет прирост к дополнительному дэмэджу. Дровку апнули, и в том плане то, что теперь дополнительный дэмэдж с ульта, он идет в криты, пацаны. Я вот всегда ныл то, что у снайпера хедшот, типа, ты покупаешь Дейдалус, и у тебя крит маленький, потому что дэмэдж с хедшота не идет в крит. А вот у дровки дэмэдж с ульта теперь идет в крит. То есть понимаете, насколько это жестко? Это плюс 140, если ты берешь Дейдалус, это просто колоссальный урон. Поэтому, в принципе, дровка теперь супер рандомный герой, потому что надо, чтобы наложилось, чтобы выпал и крит, и она стрельнула ультовой стрелой. Но если рандом будет на стороне дровки, то это теперь машина, которая в теории может очень сильно дамажить. Аганим на Эмбера порезали, теперь иллюзии стоят, ну, реминанты 25 маны вместо нуля, чины дамажат меньше на первых левелах, и касттайм на 25 левеле реминанта уменьшили, ну, типа, не уменьшили, а наоборот увеличили, ну, то есть, короче, порезали талант на 5 секунд. Инвокер, конечно же, его усилили, потому что его никто вообще не пикал, и он никому нафиг не нужен. Ну, его очень редко брали, и он вообще практически всегда проигрывал еще. Короче, пацаны, я не знаю, что я тут читаю, это все хуйня, забейте. Вообще, хуйня полная. Самое главное, это вот, во всем этом, вот. Refraction теперь не дает бонус дэмэджа, когда ты бьешь своих крипов. То есть теперь через свои ты не можешь очень сильно выигрывать по крипстату на миде, потому что дэмэдж не засчитывается. И ты не можешь нормально пробивать через пси-блейды. Вот это вот самое главное и самое неприятное, в принципе. Там чуть апнули минера, чуть апнули Свена. Или не апнули, срезали Свена. Там Луну, я слышал, подняли. Там, то есть, что Луна, талант, там, скорость атаки больше, там, туда-сюда, все по хуйне. Но, в общем, все это фигня. Темпларку очень сильно срезали, а апнули Тинкера, апнули Минера, естественно. Мало Минеров руинит в пабе игры. Апнули Зевса, порезали Бабку. То есть, как бы, в общем, если поапнули чуть-чуть Вайпер первый скилл, потому что все качаются через второй-третий скилл, поэтому... Вот так вот. Но самое главное, это вот этот вот фикс темпларки. Потому что я предлагал ее фиксить. Я всегда предлагал ей пофиксить Refraction, но я предлагал ее фиксить не таким образом. Я хотел, чтобы сделали вот число эффектов, чтобы когда ты бьешь своего крипа, у тебя минус один заряд был. Ну то есть ударил своего крипа, пробил там, не пробил, минус один заряд. Просто сейчас как это работает? Ты своего крипа можешь бить сколько угодно, то есть заряды не снимаются. То есть ты, грубо говоря, юзаешь Refraction и можешь через своих крипов харасить противника и фармить. И в принципе у тебя Refraction будет висеть, именно заряды. Поэтому вот это надо было изменить. Но ее вообще очень сильно порезали.